Да! Мы олдскульные артисты, мальчиши, бля, плохиши. Мы почти что как Sex Pistols, пиво будем наши. Ты, мы, вода, наша еда. Ты, мы, вода. Всем привет! В эфире «Мужское радио» и с вами его новый, сногсшибательный ведущий Илья Наган. С этого дня и forever and ever утреннее шоу буду вести именно я, Илья Наган. Нет, так, именно я, Илья Наган, нет, именно я, Илья Наган. Утреннее шоу с Ильей Наганом. И что, прям правда мужское радио? Прикинь, вообще работают одни мужики. Мне вот интересно, тебя-то как туда взяли? Слышь! Ладно, Илюх, нормально фартануло, ну все ты. А рейтинг какой? А тебе не пофиг? Нормальный у них рейтинг. И вообще это не фарт. Это закономерное стечение обстоятельств. Я в смысле, если рейтинг не очень, то как бы и... Глебас, ты что такой душный? Хорош гнусить, реально. Бухаем. Чувак, это за твой счет. Конечно, нищеброды. Давай! Всем привет! С вами я, ваш новый сногсшибательный ведущий.
землю. Что ли, а? Дайте поспать. Ты чего? Сказать не можешь. А так? Так, давай. Часы. Рубашка. Украли. Стоишь. Голый. Я не понимаю. Ты в шапке. Растолкал. Смотрел. У меня сейчас урет. Ты что? Все брали. Ну, ты танцор. Гланды. Нервный танцор. В каске. В наручниках. Радуется. Психоз. Ушел. Шизофрения. Болезнь Альцгеймера. Рыбый язык. Срать хочешь? Вы что, вчера не наиграли? Дайте поспать, блин. Дед Пихто, он у этого спроси. Да потому что херню всякую не надо было вчера делать. Сам пошел в жопу. Да понимаю, понимаю. Ну что вылупились? Он диджей, у него эфир в 10, а у него голоса нет. Что непонятного-то? Дебилы. Давай, 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 ну!
Ну, очередь же не видно. Всего сегодня в час сюда выступать, а он голос потерял. Ой, бля. Сейчас. Он диджей, у него эфир, голоса нет. У, бля. А во сколько эфир-то? Во сколько эфир? 10. Умоляю. Да это вы хоть обумоляйтесь. Да это вы хоть обумоляйтесь. Это же не выключатель. Это же не выключатель. Захотел, вот включил, захотел, выключил. Захотел, включил, захотел, выключил. Это... Ну? Чё? Да пошли вы в жопу оба, а! Дебилы, блин, собрались, доктор такой. Что? Да это... Что теперь? Да... Ну зачем? Ну за, зачем? Ну... Ну, в принципе, есть, конечно, один вариант. Прямой укол в связке. Но предупреждаю сразу, дорогой мой, шансы 50 на 50. Так, полчаса не разговаривать. Если что, звони. Да, да. Иди, иди, иди. С Богом, с Богом. Не за что. Нина Филипповна, Ниночка Филипповна, дорогая моя, ну отпускайте, что же вы все время это сидели, да, что же вы... Ну, дорогая моя, ну нельзя же так. Солнце стучится в окно, это утро тук-тук, но глаза открываются только при помощи рук. Тело голяет от явной нехватки воды. И кто эта девушка в количестве нескольких штук? Хочется крикнуть, но нету ни капельки сил. Это, наверное, сон, и кто бы меня укусил. И эти, которых не помню, проснулись, ползут. Девушки, стойте, я бы вас попросил. Мужское радио. Радио, сделанное мужчинами для мужчин. Всем привет! Всем при... С вами мужское радио. И я... Его новая... Сногсшибательная ведущая. Оксана Соколова. С этого дня и Forever and Ever. Наслаждайтесь музыкой. Ребят, ну давайте по-хорошему.
больше, но... Ну что вы себе позволяете? В эфире мужское радио. И с вами снова я. Оксана Соколова. А поговорим мы сегодня на тему, что такое не везет и как с этим бороться. Пишите нам свои варианты на сайт мужского радио, а пока реклама. Надоело быть хлюпиком? Хочешь стать могучим, вонючим и волосатым? Пищевые добавки Силантий. Устал от офисной жизни? Хочешь отдохнуть, как нормальный мужик? Дикое Подмосковье. Дикий отдых для диких. Я слушаю. Алло, доктор, это Илья. Повторите, я не раз... Простите, повторить не расслышу. Что это? Алло, доктор, это Илья. У меня проблема. Девушка, судя по всему, у вас действительно проблема. Всего доброго. Доктор, просто послушайте, доктор, вы... Алло, сейчас. Ой. Алло. 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 Крошка, это я. Алло, кто это? Крошка, это я. Какая нахрен у тебя крошка, овца? Где Илья? Крошка, подожди, просто выслушай меня. Помнишь, когда мы с тобой познакомились, тебя описала собачка? Пошла нахрен, идиотка больная. Крошка, и скажи этому уроду, чтобы больше не звонил. Оксана! Что? 10 секунд до эфира. Раз-раз. Да, друзья, с вами снова я, Оксана Соколова. И что, и... А, да, у нас есть уже первое мнение. Вот, не везет это, когда ты хочешь послушать любимое радио, а там какая-то тёлка болтает. Пишет нам Амбал 16. Ах ты, батюшки. Бедный Амбал 16. Сейчас злая тётя расскажет тебе, что такое «не везет». Не везет. Это когда вместо таблетки от кашля доктор дает тебе сильное слабительное. И выясняется все это во время твоего вступительного слова на белой вечеринке. Когда ты на первой минуте решил откашляться, стоишь так и понимаешь, что с каждым кашлем тебе не везет все больше и больше. И это не сон, не воспоминание. Все это происходит в данный момент. Чем это закончится, ты не знаешь. А в зале еще появляется один умник, который заявляет, что он, оказывается, речь пришел послушать. Вот что я называю «не везет». Дорогой Амбал 16. А как с этим бороться, я пока не знаю, так что продолжаю кашлять. Специально для мужского радио злая тетя Оксана Соколова. Алло. Это что такое было сейчас? Вы понимаете, что вы сделали? Вы же эфир порвали. Это просто бомба. Кто придумал? Ты? Молодец. У нас аудитория прирост 40%. Ну просто бомба.
все, меняем концепцию. Эту девочку раскручивать будем. После эфира ко мне в кабинет. На землю московскую тень. И не понимаешь, зачем ты здесь насовсем. Ну, здравствуй, Оксана Соколова. Раз, два, три. Бом! 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 Аса! Вчера приснился сон прекрасный. Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной. И тлеет бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели. Все пути, Путин и Собчак. И у стены кремлевской ели горели охуенно так. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем звонят твои колокола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем звонят твои колокола?